Больше 1000 гостей со всей Якутии собрала в минувшие выходные столица Алмазного края. С 30 июня по 2 июля в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Ланхо» прошел республиканский цех молодежи. О том, как это было, расскажут наши коллеги. По традиции на эсэхе молодежи прошел республиканский конкурс «Молодая семья». 20 пар со всей Якутии показывали свои таланты. Соревнование было разделено на несколько этапов. Визитка, интеллектуальные и спортивные состязания, выставка, защита проектов и финальный вальс с элементами дефиле. Семьи приехали очень сильные, очень хорошо подготовленные. И призы у нас тоже достойные. Призы предоставлены Министерством молодежи и семейной политики. Значит, победители, две семьи, поедут в конце года на республиканский фестиваль «Семья года», где они получат сертификаты, каждая семья по 300 тысяч рублей. Победителями конкурса стали Александр и Октябрина Кулешовы из Мегино-Канглазского луса и Ярослав и Юлия Филипповы из Сунтарского луса. Конкурсы красоты – неизменная часть цеха. 27 первых красавиц районов боролись за титул кулинара КО «Алмазной красы». После трех этапов 10 девушек прошли в финал. Некоторые из них участвуют не в первый раз. Алена Идреева из Сунтарского района во второй раз пробует свои силы. Девушка решила идти до конца и в этом году стала кулинарком. Участвовала 3 года назад в молодежном цехе «Былю». Там заняла 2-е место. И достойно решила поучаствовать и занять 1-е место. И готовились упорно, усердно. В рамках республиканского праздника прошло сразу 2 национальных турнира – «Уран Хай Уолан» и «Эрберде». Это многоборье, в каждом по 5-6 дисциплин. В первом виде участвовал 31 спортсмен из 24 районов республики. 3 дня веселья, радости и молодости. Столица Алмазного края достойно провела республиканский эсэх молодежи. В следующем году лучшие ребята со всех районов соберутся в Хангаласском районе. Анна Винокурова, Олеся Васева, Злата Курбанова, Мария Урцева, Михаил Гончаров, Артур Голиков, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».